Здравствуйте, друзья. С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это «Вампиры. Маскарад». Мы продолжаем. Ну что, надо встретиться на складе с кем-то там-то, что-то где-то. Петухи орут. Встретиться с Жао на его складе, чтобы получить информацию о Барбоссе, короче. Капитан Барбосса. А это все здорово, но тут у нас, насколько я знаю, есть еще дополнительные задания. А чтобы их найти, чтобы их получить, необходимо эту локацию всю исследовать. Желательно как можно более подробно. Ты че? Ха, видали, с дверью дралась. Обалденно. Ну, Чайнатаун, одним словом. Тут в Санта-Монике, в Лос-Анджелесе свои там какие-то заскоки. В Даунтауне. Здесь свои. О. Никто не видел, типа, да? Поздно, чувак. Все видели, особенно я. Просто из заднего прохода зашел какой-то чувак в колпаке. В плаще меховом. Ну, блин, ну выглядит, конечно, он круто. Прям Данте на максималках. Именно что на максималках. Так вы что встали здесь? Вы не видите, какой крутой перец идет? Во-во, вот так вот надо всю игру проходить. Так, ладно. Что у нас здесь? Здорово, ребят. Синдикат. Фу. И что, туда можно пройти, что ли? Ну, судя по тому, что я вижу, туда можно пройти. Но это, по-моему, квестовое задание. Ой, квестовое здание. Вот только не помню, побочный или нет. Там, по-моему, какие-то... Ой, какой-то там этот будет... Ну, что-то типа опытов, что ли, ставить, изучая биологию вампиров и так далее. Так, ну здесь-то мы были. Там мы тоже были. А, тогда остается сюда. Направо мы поворачивали. Можно пройти прямо или потом вернуться, пойти налево. Как вариант. Можно вообще никуда не поворачивать. Так, здорово, ребят. Ё-моё, я сейчас случайно чуть не нажал на... Ой, кошмар. Я чуть сейчас случайно не нажал на этот. На бедлам. Сейчас бы просто бы хаотично бы кто убивать бы начал, кто еще что-либо. Это было бы весело, мягко говоря. На деле бы это получился полный хаос. Что это за место такое? Так. По-моему, это склад, да? Ну, давайте сохранимся, глянем, а что мы теряем? Ничего мы не теряем. Посмотрим. Там еще в конце есть что-то. Какой-то вариант. Ну, здорово, ребят. Это зона Элизиума опять. Обалдеть. Wong Ho called. You're looking for someone. Да, точно. Мой язык уже произнес это. Он вечно болтает что-то в этом духе. I don't know where your friend is. But I know the Tong are involved. The leader of the Tong, Johnny. He'll know where they are. Джонни, погодите, Джонни это тот, у которого там находится вторая какая-то херня для пиши? Или Джованни? Ой, надо посмотреть. Где гнездо этой крысы? Johnny's at Glaze. It's his club. You'll need a password to enter. The password is 725. There will be Tong everywhere. Понял. Johnny's office is upstairs.
А твоя благосклонность – загадка для меня. I am a man of my word, and I owe the debt to Wong Ho. By paying that debt, I have made an enemy of the Tong, who I once belonged to. Эй, подожди, они идут. You should leave now. Не возражаешь, если я выпотрошу парочку? Мне скучно. Excuse me. Hey, stop. Freeze! Hey, hold it! Бедлам! Как крыша поехала! Швидение смерти! Пей! Голос Бедлама! Пей! Ха-ха-ха! Бедлам вообще тема зачетная! Вы слышите эти крики? В смысле переполнен? Так. Вот тут голос Бедлама вообще прям рулит. Зачет. Так. Ого. Давай, 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 давай. Так. Голос Бедлама. Бедлам! Давай, пей! Слушайте, что там случилось? Что-то, по-моему, дофигища повылезало. Черт, голос Бедлама — тема зачетная. Прямо массово, просто массовый галюн на всех наслал. Кто своих валить начал? Кто этот, ты хоть там живой? Ты там как? В порядке? Твою мать, его завалили. Пока я галюны слал, его завалили. Надо спасти его. Почему его убили? Почему он сдох? Ну как так, а? Я походу ненароком его этим зацепил. Maggots love you. Зацепил этим, как его? Психозом? Ай, блин. Ну ладно. Где мой мятежник? Wong Ho. I don't... Да. I? You should leave. Excuse me. Опа-на. Так. Ага. Голос Бедлама. Бей! Кто там? Чё, там жив? Так. Ага. Бей! Ну, ёптать. Бей! Пьём. Давай, 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 надо как можно больше крови. Кто там еще остался?
Че, еще кто-то остался, что ли? Точно. Еще один остался. Ну, главное, тот живых остался, а то от него, блин, магнум вылетел. Конечно, пушка классная, но... Ничем хорошим это не закончится. Блин, у меня теперь это постоянно висит. Инвентарь переполнен. If you want to find your friend, I suggest you hurry. Да, конечно. Как только так сразу. Я тут в какой-то веке бедлам применил. Сплошные ингремы. Может быть, от чего-нибудь избавиться в инвентаре? Чего-то ненужного. А тут все нужно. Здесь все нужно. Что у нас здесь? Ну, нифига там и нет. Ладно, погнали. Ну, хотя бы этот живых остался. Голос бедлама вещь, конечно, рулит. Главное, чтобы этот... Так, журнал заданий. Джонни в его офисе. Вот, вы благополучно пережили нападение на склад Джао, а также спасли ему жизнь. Вот, теперь он передо мной в долгу. Не дурно. Так, а что у нас тут? Опять кто-то кукарекает. Ого. И забавно. Хорошо. Так, это у нас склад. Здесь мы были. Двигаем дальше. О. Да, я понял, не буду мешать. Что у нас здесь? О! Да иди. Тебя повсюду, ё-моё. Куда ни плюнь, его везде хуйня. Так. Ладненько. Здесь мы были. Здесь Я вот, блин, как-то здесь, когда исследовал локацию, находил какую-то бабёнку, я помню. Она по... На общем, так сказать, нет, на китайском как-то ей снялась, она в каком-то здании была. А вот в каком именно? Блин. Чё-то я не припомню даже. Ну-ка, стойте. Так, ага. 8 фишмаркет, 7 жао, 10 глейс, 9 лотус, это я здесь был по заданию, 6 синдикат, фу, ага. Хрен его знает, блин, где-то видела и... Ну-ка, надо найти. Вот, я нашел это место, вот. Так, вот с ней надо потрещать, ну-ка. Чё хочешь? Ты потерялась? Япония вон в той стороне. Demon hunter. Ох ты! For the blood of the demon that killed my master. Do not interfere. My revenge. На демонов охотишься? О, ты обратилась по адресу. У меня есть плащ, а также меч мятежник и недюжинный опыт в набивании 3S ранга. Ты прибыла в нужный город. I hunt Hengeokai. Это my sensei killed demon that killed my family.
and now I take the life of his killer. I follow trail of corpses from Japan to Rosu-Angaresu. Hangyoka is here, and it will die here. Так, тут чем-то странно пахнет. Yes! Hangyoka smells like fish! Do you know? Я что-то учуял, что это? Hangyoka is a demon that hides in the skin of man. But it is not man. О, маскарад. Я в этом немного разбираюсь. I know he is nearby. Edo... I lose its trail. Do you meet Hangyoka? Если я его почую, то дам тебе знать. I appreciate your concern for my vengeance. Arigato gozaimasu. Так. It is a bad demon. The kind that make little girl into hunter. Он проклянет твой день, когда мы встретились с тобой. Так, я любопытствую. Money. У твари в храме, поведай мне о них. А, твари в храме. They are ghost people. Ghost and dead person. I do not like Quajin. I do not like demons. Excuse me. Мне еще любопытно. У него есть очень сильный запах. Почему? Hangyokai scent smell like... Sakana. Fishes. I don't know why. Maybe other demons know why. Так, хорошо, я учту, мне все еще любопытно. Money. Могу я предложить тебе маленьких зеленых человечков в обмен на твой меч? Хотя, погоди-ка. Money. Ну-ка, дай-ка сохранюсь. Какой меч? Это нормальный хоть меч? Combo. Так. Money. Ие. This belonged to my master. It is not cut for demons. Ай, ладно. Погоди-ка. Есть... Погодите. Так, мне нужна эта автобусная, это как его, табличка. Вот. Вот. Фиш-маркет. Фиш, она говорила все время, рыба. А я там был как раз, вот та дверь, которая закрытая была. А ну-ка погнали туда. Глянем. Фиш-маркет. Нафиг мне ее меч? У меня у самого, блин, такая это... Аннигилятор. Убойнейший. Так, у меня 30 опыта, ё-моё, куда потратить? Как думаете, нормально? Холодное оружие, бой без оружия. Я холодное оружие, нормально, блин, ну, может быть, все-таки стрелковое стоит? Стрелковое дорого стоит. Хотя у меня стрельба-то, в принципе, более-менее прокачанная, но на стрельбу влияет восприятие. Давайте-ка мы пока выносливость доведем до кондиции. Поглощение урона. Давайте выносливость. Мне кажется, нам надо просто позарез выносливость. Так, не крути. Таланты не стоят, вот навыки стоит качать потом. Особенно, может быть, холодное оружие. Но холодное оружие так себе качать, надо качать физические атрибуты. Так, выносливость повысим. Потому что больше-то уже на восприятие. Но чё стрельба? Стрельба, она... Приноровиться можно и так. Тем более у меня и так дальнобойные дисциплины. Вот, фиш-маркет. Ну-ка. Ну и чё? Дорогая, вроде это фиш-маркет. Это охеренная информация. Тут, блин, как мне ее? Или мне надо, наверное... Дайте я предположу. Надо, наверное,
поговорить с кем-то, чтобы вот прямо знали, что это фиш-маркет. Вот чтобы наш главный герой до этого не дощелкает. А вот кто-то, кто вот рядом тут ошивается, они прямо все это... Да, да, это фиш-маркет, скажут. Тем более рыба, запах рыбы. Приманивает запах рыбы или источает запах рыбы. Так или иначе. Кто там у нас? Red Dragon, пошел вон. А с кем еще трещать-то тут? Больше не с кем, тут только единицы, кто в курсе всего происходящего. А, ну, есть еще этот, как его? Накуренный демон. Вот тот демон, прямо вообще вылитый. Да. Yeah? The hell I care. Пошла вон. Пошла нахер отсюда! И? Yeah? Oh, hi, Mila. I hate you. Бла-бла. There's so many reasons I don't even know where to begin. I have no sympathy towards your tragedy at all. Yes. Mostly because... Так, у меня был разговор. Так, картина Чайнатауна. Поведай мне слово Глейз. A scar on our community. It is a known hangout for the Tong and their leader Johnny Tiger. No one is allowed inside unless they are known by the Tong. A very dangerous place. I don't recommend you visit there. Так, картину Чайнатауна. Переведи мне слово Глейз. Так, мне надо перебрать. У меня был разговор с импортером информации. Ah, good. Did he have the information you needed? Мы сыграли в кровавые пятнашки с потерянными детьми. Ah, I see. It makes sense. The Tong must have known that the only person who could have told me about Kiki was Zhao. A man never really escapes. Блин, как ты похож на этого, а? На клона из «Звездных войн». Я балдею. Из мультсериала именно. Так, разгадай свою загадку. It is not my place to say. Ты можешь опереться на мою непорочную психику. It is something that very few people know. Many years ago, Zhao was the leader of the Tong here in Chinatown. He had a reputation as a very brutal gang leader, and he was very feared and respected. In time, Zhao came to understand that respect and fear were very different things, and one gained because of another was something devoid of honor. He left the Tong, vowing never to return to his former life. Как же он узнал, где спрятано твое сокровище? If a man lives for a long time in the forest, he makes friends with many wolves. Wolves know much about what happens in the forest. Так, ладно. Yes. What would you... Yes. Короче, понятно, меня уже здесь нет. Газет здесь никаких нету. О, стоп, ты. Пошла нахер. Охеренный диалог. Ой, блин, зона Элизиума только спасает тебя от ментальной расправы. Ну, тогда по магазинчикам будем бегать, смотреть. В этой платье взлетают. 9 жизней. Продавец оружия напротив. Может быть, чем-нибудь поделится. Ну-ка. Ну, давай. Здорово, одноглазый. Так, несколько ответов. Хенгай, ты когда-нибудь это... произносил? Is that kind of herb? Probably I'm out. Я прикуплю еще ответов. Внутри красного дракона есть человек по имени Вонг Хо. Знаешь его? Yes! А теперь составь предложение со словом Вонг Хо. Yes. If you go to his restaurant on Tuesday... After 6 o'clock, if you ask nicely,
they make you hot pot bean curd. Delicious. Понятно. Зашибись, диалоги. Ладно, допустим. С кем бы еще побазарить? Так, есть продавец травы. Можно с ним переделить. Кстати, вот эта девка находится вот в этом доме. Ну-ка, этот специалист вроде как по всякому роду оккультным вещам. А по факту сам демон, походу. Yes? Хенгай, есть какие-нибудь мысли? Nothing. Понятно. Вообще нулевые. Ну чё, с этой будем говорить тогда, как её? Souls draped in rotten tatters and father dances in the dark. Так, ты... Всемогущие доллары? Чего? А, мы уже с ним было. Я убиваю лишь ради еды, но у меня нет желудка. Нет, я могу измениться, видишь, теперь я обожаю убийства. Number one hitman for Chinese mafia. They call me Ji Wenja, travel agent for underworld, because I send so many people there. Before I retired, I carry out biggest mission of Korea, kill visiting Chinese government official. Too big mission for one man, so I have friend Lu Feng assist me. We kill man. Would have to hide reward so no one trace it to us. Lu Feng and I both have key for cash box, so both of us have to open it together many years after hit. But Lu a snake, he kill me once I open box. He say, I kill him, big liar. So we not speak anymore. But I need money. I want his key. Забрать у Фанга ключи жизни? That's right. I give you 10% of money you kill Lu. I sure Lu have key on him. You bring me key, I give you money. Everybody happy, except Lu. Так, я вырвал Фанга жизни ключ. You good kid. I wait here for you. Где Люль Клё? Yeah, I don't understand. My English a little broken. But I think maybe your mind a little broken. Фанг, мне надо найти Фанга. Lu a big boo sponge. He spent all his time and money trying to defend the art of being drunk off his ass at Red Dragon Lounge. You probably smell him before you see him, like weasel he is. Держать нос по ветру, понятно. Так, а до этого мне какую-то херню предлагал, когда я к нему подходил. Эти как предсказания или прочее, а теперь какие-то диалоги пошли. Ты хочешь что-то сказать мне? Угу, так и думал. Ну, давайте поговорим. Значит так, Джин Венджа хочет, чтобы вы убили его старого партнера Лю Фанга. Ладно, хоть не Лю Канг, а то бы... Тут бы начался. Там Джонни, тут Лю Канг, да? Зашибись просто. Я попал в вселенную. Сейчас еще отправимся на смертельный турнир. Это, наверное, ты, да? Да? The hell I care. А, он постоянно здесь сыт. No more Yankee, my wanky. The finger need food. Bartender. Lu Feng. Так, побазарим. Lu Feng not most drunk in bar tonight. You got crazy looking eye. Lu Feng no crazy when he see it. Is to you crazy guy. Знаешь? Ямбуя. Что видишь? Старый волк заливает свои раны огненной водой. Let me tell you something. You come closer so can hear. Let me tell you something. Kids don't know nothing. Ясность ума — это подарок детства. Because you see them. You see them running in the street. They do climb, but not climb, not organized. Just thugs. Just shoot.
bang and steal. It's just a mess. Not so organized. Организация, канализация. Yeah. See? You see? You? You see? They climb. They not organized. No one can do it no more. Just shoot bang bang whoever. Cop no good. All a mess. Not organized. Да. Грязны коридоры моего разума. Лу Фан, но. Ай, Лу Фан. Лу Фан, и но. А ночь хранит множество ответов. О, you big philosopher, huh? You know the Confucius. Confucius say philosopher like back up toilet. Не. Нечто более интересное. Безумец. В тебе сокрыты тайны многих мертвых душ. Wait, come closer. No say too loud. Was hitman. I killed. Good. Lu Fang kill a lot of men. Сейчас ты уже не наемник убийства. Retired. Happy retirement, Lu Fang. No more work, no more money, No tell bartender. У тебя сейчас есть золото, старый волк. Got some money, but need more. Got some hidden, cannot get. А, еще одно спрятанное сокровище. Lock away. Need two key to get. Lu Fang only have one key. Где ключ от этого клада? Lu Fang used to have a partner. Not partner, friendly. Lu Fang have friend, Ji Wen Zha. Ji Wen Zha, Lu Fang friend. Both kill people for money, for people, for tong. Good tong then, not bad tong now. А, два волга и их ненадежный союз. One time, man need killed. Man very hard to kill. Take both Lu Fang and Ji Wen Zha to kill man. Pay lot of money to kill man. Money go in safe. Lock with two key. One key Lu Fang. One key Ji Wen Zha. Сколько песка утекло с тех пор? You been drinking too? What hourglass have to do with my money, huh? Wait. If you cannot handle liquor, then give it to me. I know how to handle liquor. Да по тебе заметно. Пересчитай года, прошедшие со времен той трагической награды. About 35 years ago. И как сей клубок размотался? Things get, how you say, weird. Yeah, Lu Fang no think he trusts Ji Wen Zha. Ji Wen Zha act funny, strange. Lu Fang think Ji Wen Zha want to kill him. Ji Wen Zha get shifty eye, you know? Lu Fang notice. Lu Fang read people very well. Ji Wen Zha, he up to no good. А ты не хочешь, а ты не можешь обменяться словами с Джин Вен Джа? No, we grow apart after that. No more friends here. Just a hitman. Stay away from each other. No talk. И Джин Вен Джа до сих пор наемник убийства? Ji Wen Zha make phony baloney fortune teller booth in marketplace. He no longer hitman. Con man, low life. Ji Wen Zha. He keep key on him. Always on lookout for Lu Fang. А как ты хочешь получить эту кучу золота? Maybe. Maybe you can get key from Ji Wen Zha. You kill people. Lu Fang, no. Lu Fang can read people. Да тут, по-моему, наш главный герой, посмотрите, он вообще на все способен. С таким-то видом. You kill Ji Wen Zha. No big deal, huh? Какова награда за эту ликвидацию? I give you money, huh? When Lu Fang get key, pay you 20% of hidden money. Lot of money, huh? Этот уже 20% предлагает. Я совершу это темное right. деяние. Go to Ji Wen Zha in marketplace. Get key with extreme prejudice. I give you 20%, la, and make this secret. Good hitman never talk nothing. Иду охотиться на этого паршивого старого пса. Прощай. Okay. Bye-bye. See you around, quiet man. Да-да, все, понял. Так, друг на друга ссылайтесь, охеренчик. No more Yankee, my wanky. The finger need food. Эй. Ну, пойдемте поговорим с этим тогда. Блин, то 10, то 20. Давай, с тебя 30%.
Так. А вообще можно просто обоих грохнуть и забрать ключи себе. Ну-ка, что он скажет? Where my key? А, Фанк, так, почему Лю не может жить в одной люльке с великим Джа? If I open treasure with Lu, Lu kill me cause he's sneaky. What I do? Trust Lu? Ha! That like trusting booze with Lu. You know he going to drink it, so don't give him opportunity. Вы так близки к смерти. Смерть или заключение — все, что тебя ожидает. Maybe, but Lu crazy. He wants kill puppy cause it bark all night and keep him up. You want me to trust puppy murderer? Когда Фанк и Джа сходились вместе в последний раз? Может, Лю и Джа надо беседовать почаще? Maybe, but... Вы оба молитесь наживе, ваш бог может вознаградить вас обоих. With Lu. Maybe we can work this out. But if he try anything funny, big Lu stain all over Red Dragon. Это величайшая награда, к тому же экономит патроны. Так, вы убедили одного киллера забыть о вражде, теперь стоит поговорить и с другим. Офигенно. Слушайте, мы их сейчас так примерим. А потом убить. Обоих. Так, ладно. Так, весьма интересно и интригующе. Начали за демона, в итоге... Мирим... Синяков. Мы с Джин Венджа решили, как сплотить больную волчью стаю. None of that matter. Too many years between Lu Fang and Ji Wenjia now. Ваши узы нельзя разорвать так просто. Maybe so. Lu Fang, no. How you can trust man? For so long he want to kill Lu Fang. Now different, huh? No. Lu Fang not think so. Ваша вражда затмила глаза вам обоим. Maybe so. But you think Lu Fang want dead more people? I get away from. Retire. No more. Предложи оливковую ветвь. Старый волк. You right, sir. Very honorable. Lu Fang want friend, not more blood. Правильно. I know good or bad blood from all the years. Ji Wenjia, welcome to Lu Fang. I want friend. Цветок дружбы распускается. Don't say, sir. Thank you. I hope next time you see Lu Fang, Ji Wenjia there with drink too. Шлю вам приветы. Вот это нормально. Вы убедили Джин Венджа и Лю Фанг забыть о вражде и снова стать друзьями. Чувствуете, сколько в мире любви? О, нормально, у меня опыта. Еще и человечности установил. Человечность. Я снова чувствую себя живым. Reunited and good is how it feel. Reunited and Lu Fang... Отлично. Помирили. Так, а как, с чего все начало? А, я к этой же шел, как ее там? Квей Джин. Напал на Кин Венджа, Кин Задза. А там Лю Канг. Где-то еще Джонни. Осталось, чтобы еще сейчас из угла вылетел Скорпион, метнул меня в кино и... Get over here! I was going to kill you. Постой, какой убивать идешь? А, понятно. Так, чё? Демон, которого ты преследуешь. А, понятно, ни хрена не знает. А, ну тут, по-моему, все очевидно. Тут, блин, больше просто никак и не может быть. Ну, давайте с этой потрещим. Может быть, она, по идее, что-нибудь знает. Не, она, по идее, должна знать.
Она этакий князь этого места, Чайнатауна, ну, что-то типа этого. И она как сама сказала, я в курсе всего здесь, я все знаю. Так, ну-ка. Блин, взгляд у нее зловещий, конечно, это вообще обалдеть. Welcome back, Kindred. Do you seek guidance? Могу я покопаться в твоей подкорке? What can I help? Я ищу ужасающего Хёнгикай. Ah, yes, the Hengeokai. Зигена, I believe his name was. Oh. I've nearly forgotten him. Зигена? Дзанье? He announced his presence in our domain, and I granted him permission to operate. He does not act on my behalf, however, I can assure you. И где скрывается этот изменник? I believe he said he operates an importing business and entertains clients at the Red Dragon. Во, могу ли я еще покопаться в твоей подкорке? What can I help? Так, 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 раскрой... Welcome. А была ли ты наставником Вонг Хо? Вонг Хо, yes. I know him well. Well. Хороший. Of course. The entire city is alight with news of its arrival and speculation about one of your ancient vampire grandfathers and his evil apocalyptic plot. Ты говоришь скептически об этом секрете? Куэй Джин do not share your history, nor do we share in your false prophecies. Ложь тогда и тень Борей Яма. You would do well not to speak of such things, madman. The Yama kings are no child's ghost story. Да здравствует грядущий император демонов. The sixth age has not yet come. Let us talk of something else. Известно ли тебе, где сокрыт саркофаг? We seek it, of course. I have two of my best agents looking. It could be a powerful bargaining tool. Что это за агенты? Let me just say that I do not encourage you to seek the Ankaran sarcophagus. Посмотрим, ладно, меня уже здесь нет. Так, есть информация, идем в Red Dragon. В Red Dragon вообще все собрались, по-моему. Хорошее место. Рынок, а там аквариум! Рыба, рыба, рыба. Я фиш-маркет надпись эту заметил, а то, что здесь аквариум стоит, нифига не приметил. Все ясно теперь. Значит, ошибочка вышла в предположениях. В одиночку, что ли, бухать? Так, это ты, наверное, ну-ка. Дай-ка сохранись. Так это ты, демон. The hell I care. Чё? Зигена? Так, стоп. Где Зигена? Все ясно. Никакой Зигены нет. Тут не рыбки, тут у кого-то в глазах единственное. У этого булькает и все, и больше ничего. У этого в глазах уже свой собственный аквариум. Люканга. Так, ну-ка. Deb's back, and she's got a fresh cup of coffee ready to take. Здорово. Демона. Где-то, ну не знаю, я ухожу. Блин, я уже информацию так-то раздобыл. Red Dragon развлекает клиентов. А как еще мне понять, кто он, что он? Или это она? Имя-то... Хёнгикай, это вроде как это, хотя, блин, хер поймешь. Имя Зигена. Ты ли это? Yes. Так. Больше похоже, да. Do you mind standing back a little bit? Yeah? I don't want any attractive guys to think we're together. The hell I care. Ну и чё? О, а ты кто? 500 up front, another 500 after the deal. No questions asked or I walk. Что-то здесь подозрительно пахнет. I have a reputation for delivering product. I have more reason to be suspicious of you.
Господи, вы непомерная. I'm not a patient man. Are you here to make a deal or not? А был ли у твоей матери сын по имени Зигена? No, and I would rather you did not suggest such a thing. He is a business associate, not one I enjoy dealing with either. Расскажи о нем. No. Anyone else, this would not be an issue. But him, no, I'm sorry, you're going to have to ask somebody else. Ага. А Зигена перетечет с твоих губ в мое сознание. I don't understand. Perhaps, if I knew your reasons, I'd feel more at ease about divulging that information. Ага, смотрите, не сработало, на демонов не канает, да? Так. У него есть фанат. Can you elaborate? Я не могу этого сделать. Then I cannot help you. Please go. Так. Сердито я буду есть всех этих рыбок, пока ты не покажешь ему самую большую рыбу в этом пруду. У него есть фанат. Can you elaborate? Ну давай, у него есть... у нее есть для него смерть. Yes, that's what I wanted to hear. If that's your goal, I'd be willing to help arrange a meeting with him. Так ты тоже говорил о нем по телефону со смертью? Something like that. I was supposed to meet him at the fish market tonight. О, рыбный склад! Блин, а сразу нельзя было туда пойти? Это единственное место здесь, во всем Чайнатауне. Можешь пойти вместо меня. Но если пойдешь, надеюсь, у тебя серьезное намерение, потому что он тоже очень серьезный человек. Так, все так серьезно, что даже смешно. Меня тут уже нет. Че теперь? Мы договорились встречи с Зигеной на рынке. Так, надо обсудить это с Юки. Давайте обсудим с Юки. Так. Идем охотиться на демона. Вонь непомерная. Deb's back, and she's got a fresh cup of coffee ready to Здорово. Конбонуа. Демон. Демон, которого ты преследуешь. Он прячет свой запах на рыбном рынке. Давай, словно ниндзя, нападем на него неожиданно. You want to kill him, Yokai, with me? Why? Так. Неужели мое лицо похоже на лжеца? If you trick me, I kill you after Hengeokai. Is this fair for you? What's the occasion? Справедливо. Мы уже пошли. Fish market de Ikimas. See you there, demon. Yes, general. Порыбачим. Так. Ну погнали, встретимся, посмотрим. Что-то прямо. Чувствую, интересная грядет. Так, надо сохраниться. Ну, погнали. Встречаемся на рыбном складе. Ай, блин, заплутать здесь можно. Так, значит, с демонами драться будем. Что у нас там по вооружению? Ну, против демонов у меня одна пуля в УЗИ, пистолет. Блин, у меня только есть Эйб... Ого. Так. Ну, окей. Дозо. Порыбачим. О, уже открыто все. Ладненько. Так. Ну, что там за рыбалка? Крадутся! Вы гляньте на эту кар... О! Я знаю! Это выглядит... Так. Surprise. Olga Miyuki desu. I returned. Твою мать!
Вы гляньте, хер какой здоровый. Постой-ка. Ё-моё вы. На тебе с кулака. Где мой мяч? О-о-о. Слушайте, погодите. Он, блин, в это. Это же не демон, это же эти. Ой, вычитывал я из мира тьмы статейку. Есть вот оборотни, но оборотни это не обязательно волк-человек там, да? Гаро, так называемые. В форме Криноса. А есть еще получеловек, там полумедведь, получеловек, полумышь, там полусвинья и так далее. А есть еще получеловек, полуакулы, и они, по-моему, отличаются тем, что в отличие от обычных Гаро, они биологически бессмертные, вот эти вот акулы. То есть живут бесконечно, умирают только от насильственной смерти, но могут умереть, но это никак не демоны. Только если этот не использовал какую-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно. Как тебе завеса смерти? Давай, Devil May Cry! Меч в задницу! И... Давай, мятежник. Ой, мятежник. Эбони. Где мой топор? О, топор нормально наносит. Хотя, блин. Эта вещь посерьезнее будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Что-то ты прямо... Ага. Блин, живучий засранец. Ну! Есть, завалил! Хенгеокай is in hell. My revenge is complete. Demon. Какую дорогу ты отныне изберешь? Кстати, он никуда не исчез. То есть это, видите, это не как вампир, не в пепел испаряется. И не демон. Демона там, по-моему, ну как-то по-другому должны все-таки сверхъестественное. Скорее всего, это обычный перевертыш. Какую дорогу ты отныне изберешь? Defy your nature, demon. Man can suffer without your help. Sayonara. Я и так все время страдаю. Журнал задания обновлен. Хм. Блин, ну жуткий пипец. Здоровый. С когтями, блин, а. О-о-о-о. Да. Любопытное местечко. Мягко говоря, надо теперь кровушкой запитаться. Пить охота. Очень сильно. Еще и сверхъестественные повреждения получил. Ну да, когти таких тварей считаются за сверхъестественный урон, и так просто он не проходит. Очень, так сказать, тяжко восстановить здоровье. Завалили. Хионгукая. Или как его там. Надо теперь кровушки отведать. Вы там все так и стоите, что ли? Есть одна хорошая идея. Hey, baby, need a date? Only $20. What's wrong? Ну а ты думал? Ничего так просто не бывает. Hey, baby, need a date? Так, надо тебя теперь тоже вылокать. Хотя, в принципе, не обязательно.
принципе, не обязательно. Я думаю, нам этого хватит, поскольку у нас еще впереди задание. Вероятно, с боевой зоны мы там сможем испить то, что нам требуется. А пока давайте-ка закончим тут. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист группы ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения, темные прохождения, снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Пока-пока.